Пока день, у нас есть 5 минут. Я тогда пока пушку сделаю. У меня как раз все у нас скрафтилось. Он, по-моему, наверное, быстро будет делаться. Да, она 2 секунды делается. Он чуть-чуть отличается. Кто? Луки. Взял? Угу. О, кто у нас там? Что я делаю? Угу. Очень долго здесь камни обрабатываются. Нужно выпить, что надо. Угу. Что найти теперь будет? Сейчас будем 3 часа бегать. Ну, днем Восток как раз далеко. пока найдем. Так уже день закончился. Ну все, не успели. Быстро найдем. Ну, пока найдем, когда у нас закончится. Так, ну тут написано на самом востоке. Начну отсюда. Мне кажется, поняла, где. Поставь туда метку. Рядом. Но я еще не доехала. А, так вот же. А как мы туда залезем? Как мы туда попадем? А мы разве еще превращаться не можем, да? Во что? В летучую мышь. Мы же можем в летучую мышь превратиться. Да. Нет, нельзя пока. Пока что. Пока я несу осколок души, нельзя. А, ясно. Какой осколок души? Вот это. А.
гривен. И, блядь, что дальше мне делать? Так, а я... Ну-ка, сейчас, подожди. Да, смотри, я превратился, я взлетел. Ну ладно, я тогда выброшу, блядь, этот осколок. Пусть он валяется здесь. Ага, и я стала 63 уровня. Заебись. Ну, иди один его бей, блядь. Не, тебя же не засчитают тогда. Ну, я приду... Ну, не знаю, ладно, давай без осколка души. Пиздец, а можно как-то нахуй заранее было об этом предупреждать, блядь? Ну, у меня 63 уровень, я ему, блядь, ничего не сделаю, а он меня ваншотит. Да, это один будет с ним сражаться. Двенадцать. Вот это урон. Надеюсь, у него никакой там... Здорово какой-нибудь резкая. Наверху по теме. Классно, да? У меня урон 13-20. А я не вижу, блядь. Обещаю тебя о своем великолепном уроне. А, он ходит. Это же тёстка. Так, не пробовать кушу. Он теперь замораживать решил. Он уже половину. Он еще все нормально, ты его там чикаешь. Собирай их хпшки, тебе просто никак не отхилиться будет. Я
У него из попы вылетело что-то. Шипы вот эти ледяные. Вас убивает. Ага. Так. Хилки нет никакой? Нет, вот я на тебя кидаю комара, а ты уходишь из-под него. Давай, блин, приземляйся кто-нибудь. Ой, тебя сейчас убью. Он задолбал летать. Так. Сейчас, подожди. Там залетит, может, да. Может, получится, но вряд ли. Ну, почти. Здорово. Он взлетел. Я не успею, скорее всего. Да, сейчас я убью. Как бы, ну, из-за того, что тупая игра не могла предупредить, блять, заранее о том, что нельзя эту хуету с собой таскать. А у нас есть какой-нибудь еще? Наверное, нет. Ой. Я думаю, заберу свой шмот. Там... Да, лететь тоже быстро. А, по прямой. Лететь. Ну, в принципе, не сложный сам по себе босс. Ну да, просто если бы у меня был он соответствующий 90 уровню, блядь, мы бы его уже 100 лет назад убили бы. Интересно, как это брать-то. Это мой? Нет, это мое. А как теперь съебать отсюда? Взлетай. Как, если он мешает? А где здесь был мой шмот? Вот где конь стоит твой. Наш. А. Ясно, значит, нахуй нужны эти сраные осколки, блядь, если с ними даже не полетаешь.
А почему ты едешь, а не телепортируешься? Я не знаю, я что-то на автомате на лошади сел. 100 лет не играл. Блин. День придется ждать, потому что там открытое пространство, там днем его не побьешь. Я же ведь остался, да, этот кулон старый? Или подожди, я его забрал, твой. Ты его забрал. Поэтому новый буду делать. Не, возьми тогда свой старый, а я свой починю тогда. Я выложил. Энергоядрами. Чувак. Эту херню в ящик нельзя убрать, его можно на пол кинуть, блядь. Или бы в кармане держать. Ну, пусть дом взрывается. Типа, любой чувак может. Ну, чтобы он как бы... Их же, ну, они в одном экземпляре, на весь сервак. Что надо для починки? Радиоисплав и энергоядро. Но уже полно этого добра. Ну... Нет. Я все время крафчу. Так. Сейчас сделать. 6, 6, 12, 3. Блин, единички не хватило. У тебя в кармане случайно радиосплава не завалялось? Нет. Тепло и железо нужно. О, слитер. Сейчас как раз... День закончится и прям у меня сделается.
деле. Или это ломано? Это было. Ну, проверяю температуру. А, сверху и на полу? Угу. Одинаково. Могу починить. И для какого уровня сейчас получается? 89 почему-то. У меня 88. У меня тоже был 88, когда я надела вот этот вот ожерелье вот это. И сейчас я побегала, и у меня стал 89. Ну-ка. Я не знаю почему. Он был 88 минуту назад. Ну вот какие-нибудь. Мы можем полететь. Помнишь, в самом-самом начале, когда мы только начали играть, было какое-то место убогое. Еще пытаюсь лягушкой туда запрыгнуть. Да. А что за мертвая уже? Вот мне. Так, я все, я здесь. А, может, ты оружие друг? Да. Правильно, да. Да, я сразу почему-то ему нашел копейку. Сколько? По 30. Нормально. Что? Я ему максимальной атакой 70 наношу всего лишь. Заряжен будет. Он приуныл. Не знаю, но теперь его можно колошмать. Было. Одну минуту. Одну секунду. Да, блин, стой!
Ну и где он? Да блин. Того, что не откидывал, он увернулся от его этих всех шариков. Он меня прям на эту херню закинул. Мужик. Вообще такой себе, это лицо красивое. О, осколок души тоже. А смотри, вот я его сейчас возьму, да, и все, и не сможешь летать. Поди спрыгнуть я тут могу как-нибудь. Ну спрыгнуть, да, наверное. Ой, оникс слезу дал целую цеплю. А, смотри, метка. Да, я только сейчас заметил, что теперь... Я видела. То есть теперь для тебя может кто угодно охотиться, но все будут видеть, где находится эта штука. Ну, это да. Нет, это... Я только сейчас это просто увидел. А, ты раньше не видел, когда мы играли? Не обратил внимания, да. Ты на карту не смотришь? Смотрю, но просто я не видел. Что там, перчатули? Сполок души, пьедестал, крылатый. Ладно, дальше у нас кто? Предпоследний. Адам перворожденный. Так мы с этой не соберем. Сет, получается, с дракулы падает. Последний пучочек, да. Полетели вниз? Сейчас, мне сначала нужно отвезти. А, я понял, почему нельзя летать.
Нам уже ты взлетишь и все. Да, чтобы в ПВП было. Только прикол в том, что когда будет ночь, ой, ночь, день, как бы, ну... Ну да, ты будешь, ты особо не полетаешь. Ну вот, так что... Спокойно можно было бы... Ты уже нашла следующего, да? Где он? Ну, наверху на карте же отмечено. А, точно, точно. Сейчас лети пока туда, а сейчас я... Не, я вниз лечу, куда мы хотели, но не смогли попасть. А. Это, мне кажется, там ничего нет. Я и забыла, что мы летать можем. Мы как давно мы убили чела. Ну, давно, просто не пробовали. Честно, я ни разу не превращался, по-моему. Ого, мы знаешь его когда убили? Лорд Стикс, это было когда, короче, 83 уровня, я не знаю, это... Я почему-то вообще про это забыла совершенно. А ты сказал, типа, что мы можем превратиться в мыши. Я такая, да, мы что, убили его, что ли? А, это я поняла, почему мы сюда не могли попасть, блядь. Это, короче, точка спавна. Это вот такое точно. Кладбище, как и было у нас. Когда ты начинаешь игру, ну, чтобы тебя не запиздили сразу, как только ты, блядь, создал. Ну, да, короче, одинаковые несколько точек спавна. Угу. Блин, я думаю. Ну да, их две, короче. Ну и дерьмо. Я успею, интересно? Блин, у меня есть... Одна минута. Ты можешь успеешь. Не, не успеем. Он просто не может, ну там, не знаю, создать себе зонтик, под зонтиком летать. Зонтик, блин. Знаешь, такие есть шляпа, зонтик. Да. О, восходит солнце. Помянем мою мышь летучую. Ну-ка. Горит, горит! Контрол, просто контрол. Ну, контрол, ничего не производит. Недопустимое место. Пизда. Все, нажимай. Где-то он может. Нельзя, недопустимое место. Я не знаю, блядь, над какой хуетой я летела, блядь. Я не долетела до портала, блядь, 1 метр. Даже меньше. Считай, на портале сдохла. Ну, прям перед домом, короче.
Так, туда показывать тип напрямую. То есть туда тут летит, что ли? Куда показывать напрямую? Что у тебя там показывает напрямую? Нет, вот. Въезжаешь, вот, дорога и идешь. Блин, ты хоть иногда карту открывай. Вот, смотри. Нет, просто он, видишь, мне как показывает. Просто напрямую. А ты сейчас кто? А вот сейчас Мышь? вот сейчас пониже поставил он это. Здесь, кстати, солнца нету, так что. У них свою слезу, короче, я выбросила на пол, не знаю, куда ее тут положить. А, здесь, короче, закрыто. Большая бочка, наверное, да? Нет, там мы. И что делать тогда? Может, там реально просто перелететь нужно. Ну что? Ничего ладно, пролететь. Кажется, станция сядет. Да, я просто прилетел. Ну а дальше как тоже перелетать? И чё? Приземляйся! О, блин. Так, а как эти электрические штуки? Мне Неужели что? кажется, бочку надо здоровую поставить, и тогда взорвется. Не просто же так мы умеем большие бочки. Не, хорошо, подожди, а что мы делаем? Смотри, вот тут дырка какая-то есть. Может, мышь туда залить? Оттуда, наверное, выйти. Лягушка может запрыгнуть. Не, лягушка. Да, а что у нас в этих? Вот мы что-то сделали. Не, лягушка тоже не запрыгивает. Я обошла вокруг, здесь ничего нет.
Мне кажется, бочку туда надо подставить, чтобы она взорвалась. Либо отключить вот эти... Провода там есть? Куда идут провода? Пойдем посмотрим. Я не вижу. Вот какая-то херня. Вот провод. Тянется сюда. И туда дальше. Хватит меня бить. О, вот. Не, он ничего не значит. Уверен? Хотя не, подожди, вот какой-то вот тянется, да, вот, вижу. Вот, нашла тут какой-то дом. Я тоже. Так, куда он пропал? Да, он мне тоже пропал. А вот появился. А, ну в этом доме мы были, мы убивали здесь с ними. Я почему-то он пропадает. Я тоже. Я бы не появился. А вот. Есть, снова идет сюда, 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 сюда. Сейчас пропадет. Вот, типа вот сюда идет. Больше нету. Самые ребусы, здесь выключателя не вижу. Нет, по басянскому что-нибудь. Либо этот басянский, кстати, нам дал защиту от электричества. Какой? Вот этот доктор, который в электрическом. Какую защиту от электричества? Ты о ком вообще говоришь? Сейчас скажу. Который крылатый ужас? Нет, который. Доктор Генри Блэкбрю на 74 уровне. Или нет? Нет, какая же защита? Нет, нет, это фигня. Ты это взял? Ну, я бы здесь взорвала бочками. Хотя их же там тоже в правильное место надо ставить. Чем еще можно превратиться мышью? Здесь нет дырки, в которую пролезть можно. Ту дыру почему-то не хочет пролетать мышь. Она как бы слишком низко для мыши, слишком высоко для лягушки. Вообще нет смысла лягушки, блин, здесь.
Честно тоже. Ну, прятаться только, если. Блин, Рил, для чего вот эта дыра? Выйти из нее. В смысле выйти? А из парадного входа ты не выйдешь? Из... Не могу тебе сказать. Типа как зашел, так и вышел, не? Понятно только то, что ничего не понятно. Можно погуглить, конечно. Может, здесь что будет? Ладно, я схожу сейчас. Так, ну ничего не сказано. Здесь нет никакой подсказки про него. Я пойду тогда сбегаю домой, может быть. За этими воротами вот открывает и написано. Мы не умеем какие-то лестницы строить. Нет. Какая-то хуйня гибает. И по тому, что нам открыли какие предыдущих там технологии, прочее, там вроде ничего такого нету, что может нам помочь. Ну, типа вот, идет электричество прямо сюда. Так, этот провод идет сюда, а этот провод идет в другое место. Слетаем в другое место. Может, реально, типа во вторую? Так, здесь он тоже разветвляется. Ну, давай сначала полетим сюда, а потом мне надо будет направо лететь. Ой. Ебать. Здесь, короче, разветвление сразу на миллион. Ага. Ага, так. Короче, куда-то я прилетела. Допустим, сюда. Допустим, блять, отвалил. Мне кажется, надо что-то тут делать. Сейчас я как раз. Я короче, хожу по какой-то. А вам зарядить, что ли, нужно? Наверное. Сейчас, подожди, я. Что тут зарядить надо? Здесь ничего не заряжается, если что. Сейчас я заклинание улучшу своим камнями. Там мне камней не перепало никаких на собаку и на
Надо посмотреть, я... На комара. В общем, я прилетела на какую-то станцию. Мы здесь были. Были там, я как раз заряжал эти. Ну вот, да. Вот, возможно, что-то надо здесь сделать. Я не знаю. Не, у меня все лучше. Здесь тоже. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Там, короче, у него же перед входом стоит какой-то чупа-чупс, на котором какие-то, ну, нарисованы как будто бы несколько таких штук соединяются в одну штуку посередине. Типа инструкция какая-то? Ну, это я просто. Либо это просто так красивая такая штуковина. Я не знаю. Я не думаю, что в этой игре прям супер загадка. Типа игра, блядь, не про загадки. Не так это. Вот здесь просто от большой штуки тянется провод, и все. И как бы больше здесь ничего и нет. Но здесь и ничего не сделать. Здесь ничего не интерактивно. Ничего не разбивается. Я динамитом бочку взял, но она не телепортируемая. Перегружен. Когда заряжаешь эти банки, то вышка становится перегруженной. Ты подумаешь, там у него отключится? Ну, я не знаю. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить. Это чтоб ты сразу 100 банок не зарядил. Я максимум сразу 3 вышки использовал. Просто она становится неудобной. Один раз зарядил, и она мне... Вот, это чтоб ты сразу не взял кучу. Ну, типа, ограниченный ресурс. Ну, может быть. Можем перерывчик сделать. Сейчас я доеду только.
Так, все, я тут. И что? Давай перевернем через диван. Здесь прям.